Интерес к космосу зарождается в детстве, а в насколько раннем во многом зависит от того, как взрослые привлекают внимание ребенка к его истории и развитию. Педагоги детского сада «Сказка» Щелковской гимназии номер 6 рассказывают своим воспитанникам о всех важных датах и праздниках. В игровой форме здесь говорят о важном, приобщая ребят к культуре страны, воспитывая любовь к отечеству и гордость за его достижения. Спортивные досуги в бассейне учреждения проводят тематически. Так состоялся праздник на воде, посвященный Дню космонавтики. Это прекрасно, что в нашем детском саду есть такая возможность проводить занятия по плаванию. Дети очень любят заниматься. У нас проводится много досугов, развлечений, праздников, одно из которых мы вам сегодня покажем. Детский сад – структурное подразделение Щелковской гимназии номер 6. Занятия на воде в дошкольном учреждении проводятся на регулярной основе, они входят в программу. Так дети начинают посещать бассейн с 3 лет, а те из них, кто продолжает обучение в гимназии, имеют возможность посещать бассейн плавательного центра «Нептун» на уроках физкультуры. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.